Всем здрасте! Сегодня мы приготовим шашлык из баранины с специальным маринадом. Сейчас мы вам это все покажем и продемонстрируем. Обрежем лишнее, от косточки отделим и от плевы. Нарежем лук для маринада. Так, немного соли. И итальянских трав добавим. Немного подавим, чтобы лук пустил сок. Придадим немножко смесь перцев. Итак, продолжим. Натрем цедру апельсина в наш шашлычок. Добавим паприки. И немного соевого соуса. Добавим сок лимона. Добавим сюда айран.
Готовимся к осени.